Здравствуйте, ребята! Меня зовут Вера, и это мой канал. Вот, девчонки, мальчишки, я начинаю пересадочку своих перчиков. Знаете, да, что у меня были неприятности с газовым котлом. А сейчас видите, какая бодеечка маленькая. Перчики мои говорят, давай, шевелись, родная. Надо теперь позаботиться о нас. Мы не вымерзли, слава богу. Оставим тебя с урожаем. Так что давай заботься, хозяйка, и пересади нас в более большую емкость. Ну все, девчонки. У меня была земелька в тепличке. Я вчера принесла на ночь. Прогрелась земелька. Разложила по своим супер-пупер горшочкам. Девчонки, развела фитоспоринчик. Пролила нашу всю земелечку. Она у меня немножко постояла, часа полтора. Ну, чем дольше, ничего, нормально. Постояла у меня побольше, и я начала пикировать. Девчонки, я не знаю, как вы, а у меня, правда, маленькая бодеечка. Уже вот с этой стороны вообще были большие перчики, поэтому я уже начала. В этих, конечно, маловаты перчики, но мне столько не надо, девчонки. Для меня это много. У меня еще на подоконничек я уже поставила распикированные. Помните, я говорила, такой маленький у меня перчик. Я специально его посадила для баночек. Лисички называются. Хочу прям полностью их в баночки. Поэтому перца с меня хватит. Этот будет у меня фаршировочка, заморозочка для леча, который побольше большой такой. Вот. Девчонкам своим отдам на работе, если им так кому-то надо будет. Ну, знаете, как не все же у нас огороды держат. Поэтому мне не жалко, поделимся. И рассадным материалом поделимся, девчонки, и потом будем делиться, если нарастет, и своим, потому что, как я говорила, будет у меня бушевать и трава на огороде высоченная выше меня, и кое-какой огород, этот, свой, как говорится, и перчик, и томатик. Все равно, девчонки, приятно, выскочил на огород, схватил свою помидорочку, огурчик, прибежал домой два шага, все, нарезал тик-тик-тик свою. Свое лучше, чем покупное. Не знаю, для кого как. Не все, конечно, имеют огородики, девчонки. Это и дураку понятно. Не у всех дачи есть. Поэтому, ну, если на земле живем, так что грех не посадить. Правильно? Правильно, девчонки. Ну, все. Такой кратенький мой обзорчик, что я начала пикировочку. Не знаю, как вы, но мне кажется, моим уже пора, чтобы их пересадили. Уже местечко им маловато, девчонки. Ну, вот так вот, такой кратенький обзорчик. С вами была Вера, всех вас люблю, ставьте лайки, дизлайки. Пока-пока, мои хорошие.